Легким движением рук и у нас получился вот такой вот резец. Делал я его по чертежам. Такие же на AliExpress стоят от 1500 рублей. Пластинка у меня есть, а резца не было. Решил не покупать, а сделать сам. И сейчас мы его с вами попробуем в работе. А вот еще один самодельный резец делал ранее. Не снимал видео. Работает тоже отлично. И ничем не отличается от магазинного. Делал по чертежам. Ну вот, ребятки, таким нехитрым образом можно наделать державки под любые виды пластин. По виду их не отличишь от тех, которые продаются на AliExpress. В Google в картинках забиваем чертежи державок, распечатываем, срисовываем и изготавливаем. Но, конечно же, чтобы было все идеально, нужен фрезерный станок по металлу. Так что я рад, что его приобрел. Ну а на сегодня у меня все. Кому понравилась самоделка, ставим лайки и подписываемся на канал. А также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. А на сегодня у меня все. Всем пока!